Всем привет! Я Чуваева Маша. Сегодня я хочу рассказать, как я провожу разминку перед тренировкой. Давайте начнем с шеи. Руки на пояс, наклон головы в правую и левую сторону. Делаем все по 4-5 раз. Раз, два, три, четыре, пять. Наклон головы вперед-назад. Раз, два, три, четыре, пять. Вращение головой в правую и левую сторону. Раз, два, три, четыре, пять. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять. Дальше. Руки согнуты в локтях, рывки руками. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Дальше правая рука вверху и левая рука внизу. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, и раз, два, три, четыре. Дальше мы будем разогревать локти. Руки в стороны и согнуты в локтях. Делаем вот такие круги. Делаем так же. Раз, два, три, четыре, пять. 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 Дальше разогреваем кистевые суставы. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Руки на пояс, наклон туловища вперед, назад. Дальше разогреваем мышцы ног. Делаем выпады. И качаем вниз. Делаем выпад на правую ногу. Качаем несколько раз вниз. Ставим локти и качаем еще больше. Важно, чтобы был прямой угол в ноге. Дальше переходим на заднюю ногу. И гнемся к передней. На следующую ногу делаем. Так же делаем все. Ставим локти. Важно, чтобы был прямой угол. И гнемся в пол. Дальше ходим на заднюю ногу. И гнемся к ней. Разминка окончена. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!